Итак, сегодня вблизи Каштагской транспортной развязки произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки на большой скорости врезался в большой груз, стоящий на обочине трассы. По словам водителя фуры, он припарковался за пределами проезжей части, чтобы отгрузить часть перевозимых строительных материалов. Когда иркутянин зашел в кабину за ключами, увидел, что на огромной скорости на него движется легковой автомобиль «Субару». Я успел только назад отскочить. Удар такой. А я хорошо отпрыгнул. А так бы, ну, наверное, пришлось бы удар весить меня. Я на асфальт отлетел задом. Смотрю, машина, стук, удар такой, все. Вот, повреждение, все, что лобовую ударился. Потом, когда начали смотреть, почему, что произошло, у него диск лопнул. И вот он вылетел, блядь, на встречку, извините, выкинул автомобиль. В аварии пострадал только водитель легковушки. Чтобы извлечь его, спасателям пришлось выламывать дверь автомобиля. Мужчина получил множественные травмы, в том числе перелом ноги. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка по факту происшествия.